Ну вот, мы пришли. Сколько это вы в Москве-то? Второй месяц. Осталось совсем немножко. Вы замерзли? Чего? Сейчас чаю горячего и в постель. Я ведь дома. Что, вы здесь живете? Да нет, я у подруги буду ночевать. У Жени. Давайте вас до дома довезу. Не надо. Когда мы увидимся? Не знаю. Можно я вам позвоню? А телефон у вас есть? До свидания. До свидания. Ступайте. А вы? А я здесь посижу на скамеечке. А может, не стоит? Да нет, я здесь посижу, покурю немножко. Весна-то. Весна. До завтра. Танька. Жень, можно у тебя переночевать? Тань, что случилось? Все ясно, весна, да? Ну что, полуношницы? Ты спашь. Танька у нас ночевать будет. Да ко мне спать пойдешь. Незачем Якушу будить. Иди. Пашенька, я не могу домой идти. Такое настроение. Ладно, ладно, все, я. Тихо, я, ну, у меня на диване будет спать. Ведь, Паш, белье в шкафу взять, да? Да-да, и сиди там на диване. На диване будешь спать. Ой. Тань, ну давай, ложись. Ой! Танька, Таня, ты не одна пришла? Да. Таня, а кто тебя провожал? Женя, меня Седой провожал. Ой. Это что ж теперь будет? Не знаю. Девчонки, кончайте шушукаться. Честное слово, точно куры на нашесте. Ишь, красавицы. Тетя Паша, а ты красивая была? Уж не хуже вас.
За мной тоже, знаешь, как мальчики ухаживали. Ой, я бал как беленькую кофточку надену, пройдусь. Тетя Паша, ну? А Таньку Седой провожал. Вот это номер. А он и сейчас не ушел. Как это не ушел? А он на скамеечке сидит. Как интересно. Танька? Сидит. Тише. Курит. Жень, отойди от окна. Ну, тетя Паш. Отойди, я тебе говорю. Ну, честное слово, не слух какой. Провожал, не провожал, не твое это дело. А может, мое? Скажи, пожалуйста, ее. Он и Витька тоже голову ему скрутила. Изобретатель, изобретатель. Парень целый день мается, бог знает, когда домой приходит. Ну ладно, ну теперь все, завтра все. Последний день. Чего последний? А если испытание пройдет удачно, Витька изобретатель. Вы вообще что, смеетесь? Великое дело. Ты куда? Ну, посмотреть хочу. Не надо. Гордость надо свою иметь. Да? Может, да. Ей интересно. Слушайте, девчонки, давайте ложиться спать. Завтра дядя Юра из больницы выходит, но нас же человека встретить, как полагается. Да. Да. Жень, мне надо завтра с работы отпроситься. Тань, когда его выписывают? Ну, дядю Юру. В 2 часа. Ты что? Ой, большой идет. Что делать? Сейчас с Седыми встретиться. Господи. Значит, выписался из больницы. Сегодня выписался. Хорошо. К нашим приходил? Ага. А дядя Юра когда выписывается? Завтра. Хорошо. А че, привыкли к тебе, пока в больницу-то ходили. Виктор, я Таню провожал. Так. Понятно. Она здесь? Здесь. Ну вот что. Ты меня сегодня больше не тронь. По-моему, надо поговорить. Нет, не надо. Сегодня я нервный. Мы же люди, Виктор. Чего нам темнить? Мы же не скоты. Ну вот поэтому и не будем говорить. Не понимаю. А разве все нужно понимать? Знать нужно, что хорошо, а что плохо. Ну, в общем, нам с тобой насчет Танюшки разговаривать нехорошо, некрасиво. Вот это я точно знаю. Может, ты прав. Не может быть, а точно. Сама знает, как ей поступить. Ты ее любишь? А почему я должен тебе говорить? Ну, не говори. Я считал, что люблю. А меня запутали. Сказали, что это еще не любовь. Любовь, говорят, не такая. Это кто же говорит-то? Ну, допустим, Женька Якушева. О, Женька-то орешек, я
Я видел, как она с дядей Юрой разговаривает. Он ее одну и боится. Ну, ты Женьку не тронь. Она мой друг. Ладно, ты не кипятись. А почему ты сегодня нервный? Запутались мы в своей лаборатории. А что такое? Ну вот ты, партийный руководитель. Рассуди. Конструировали мы колесный редуктор. Ты хоть знаешь, что это такое? Ну, знаю. Очень хорошо. Ну вот, делали его все вместе, всей лабораторией. А я додумался до лучшего варианта. Вот теперь испытывают оба, мой и общий. А пока шли испытания, наш заведующий лабораторией додумался до третьего. Еще лучше. Но это уже не рацпредложение, а изобретение. Ну вот, составил он заявку, а нести не хочет. Понимаешь? Не понимаю. Говорит, неэтично. Да ваш зафлап хороший человек. Он не хочет на чужих костях карьеру делать. Правильно. Ну а как быть? А ты как считаешь? Ну, если заявка завлаба лучше, надо, чтобы прошла она. Ну, вот и нажимай на него сам. Облегчи ему это дело, вот и будет этично. Жмите на него всеми способами, и точка. А что колеблется, это побольше бы таких колебаний. Слово неэтично, это хорошее слово. Вот в жизни бывает так. Хороший человек с плохим схлестнется. Это еще не самое сложное. Тут кто кого осилит. А вот когда у двоих хороших людей интересы сталкиваются, вот тогда трудно. Ну, если ты насчет Танюшки, то на меня не надейся, я тебе не облегчу. Ну, я тебе облегчу. Я послезавтра уезжаю. Приду попрощаться. И все. Даже не знаю. То ли спасибо тебе сказать, то ли нет. А ничего не надо говорить. Чего тут скажешь? Какой сон я сегодня видел, а? О, я летал, понимаешь? Вдруг замахал руками, всплыл над столом. Прекрасно. Серьезно. Машу-машу брасом, выплыл в окно открытый, поплыл над дворами, а на дворах детишки играют, бельишко сушится. И я дальше на улицу, всплыл над трамвайными путями. Эх, ветер свистит, солнце прям в глаза светит. Молодой еще, растет. Вот подрастет, перестанет летать. Да, да, слушаем. Говорите, говорите. Что там на полигоне? Какой этап? Затяжной подъем. Да. Ждем. Андрюша. Да. Как только тебя жена терпит? Второй вечер в лаборатории торчишь. Ничего, потерпит. Результатов дождаться надо. Вот тебе Лиль когда-нибудь голову-то оторвет и скажешь, что так и было. Эх, неужели же непонятно, что идея-то у Зафлава прекрасная? Он же не виноват, что она ему позже в голову пришла. Будь она неладна, эта идея. Мало нам хлопот с испытаниями, так еще это.
И все в один день свалилось. Бред какой-то. А так всегда бывает. Как будто нельзя было подождать, пока вариант большого пройдет. Заявку подавать. Или провалится. Правильно. Все это штучки большого. Ах, я не понимаю, но зачем ему надо за Флабу подталкивать? Михаил Николаевич тихий человек, он сам не догадается. И ты, Андрюша, еще с своей газеты лезешь. Группа Заболоцкого, Заболоцкого. И сейчас мать Толича придет, статью будет переводить. За Влад сразу с 3 часа побежал. Ну да. Ну да. Что ты врешь-то? А, врешь. Он еще вчера собирался. Помолчи, маленький еще. Нет, Лёля. Если заявка за Влаба лучше, нужно, чтобы прошла она. Так вообще все считают. Кто же это все? Таня, что ли? Нет, не Таня. Женька Якушева. И еще парень один. У меня тут с ним ночью разговор был. Чересчур много посторонних людей на нашу работу влиять стало. Не одобряю. Да, кого ты одобряешь, Лёля? Себя. Себя одобряет. Только себя. Да. Себя. Да, инженер она неплохой, а вот человек. Надо когда-нибудь сразу за все ей выдать. Да ладно, Андрюш, ну что? Слушайте. Да. Окна бы открыли. Ну что же весна на дворе, а у нас тут как курятник. Опять мое место занято. Да, у кого весна, у кого осень, Михаил Николаевич. Весна! Открывается первая рама! Михаил Николаевич, вам перевели английскую статью? Конечно, нет. Ну а как же, Толич? Анатольевич, вроде вас такого не переводит. Да ну ладно. А он обещал маму привезти. Да, кстати, я с ней вчера по телефону разговаривал. Кира Николаевна. Да. Такой голос приятный. Ну, да. Ладно, давайте работать. Давайте, к черту, все, перерыв закончился. Михаил Николаевич, а вы не знаете группу Заболоцкого? Знаю. Знаю, очень талантливые люди. Я с ними работал. Ну, ушел. А что? Так, ничего. Их выдвигают на государственную премию. Что? Сегодня в газете. Всех 5. Вова, ты гениальный монтажник, но человек-то у нас новый. Не лезь. Пожалуйста. Ну что же. Остается их только поздравить. Молодцы, добились своего. В отличие от нас. Ну, хватит большой. Да нет, ну почему же, почему? Он хочет сказать, что если бы я тогда от них не ушел, ты что, это хочешь сказать? Да. И что история повторяется? Да. И повторяется. Вы меня извините, Михаил Николаевич, конечно. Я вам не указчик. Но я уверен, что за ваше изобретение нужно драться. Кто будет драться? Вы что ли? Да нет. Вы, Михаил Николаевич. Ну в этом все и дело. Да. Я и скажу из более широкого понимания о пользе дела. Это еще надо доказать. Вообще есть одна возможность. Кто мы? Простые, гениальные, скромные инженеры со склонностью к автоматике, но нас не понимают. Подожди, Андрюш. Я говорю, есть одна возможность. Какая? Михаил Николаевич, сегодня партбюро. А проректор член партбюро. Нет, не пойдет. Ну почему? Ясно почему. Ясно, с клокой пахнет. Нет, граждане, ну не этично. Правильно, не этично, да, правильно. Не этично? Нет. Ну хорошо. Ладно, решайте быстро. Считаю до 3. Кто за то, чтобы Михаил Николаевич поступил так, как нам нужно? Раз. Нет, я на эту авантюру не пойду. 2. Нет. 2,5. А. Мама? Познакомься, мам. Заведующий нашей лаборатории Михаил Николаевич
Кира Николаевна. Здравствуйте. Лёля. Лёля. Андрюша. Да. Вас я хорошо знаю. Ну, с Виктором мы давно знакомы. Вова! Здравствуйте. Здравствуйте. Слышала. Слышала про вас. Кость! Костя! Кость! Иди сюда. Ну, с работы я отпросилась. Сейчас будем обедать. А где дядя Юра-то? На крыльце, что ли? Ну, у себя в комнате переодевается. Ты знаешь что? Пока я буду на стол накрывать, ты его отвлекай. Ну, задавай ему какие-нибудь вопросы. А о чем с ним говорить? Да ну, о чем хочешь, говори. Самое главное, запудри ты ему мозги. Нам нужно сегодня, в первый день, его как-то от выпивки отвести, а потом будет полегче. Дипломат-то я плохой. Ой, ну что... О, задай ты ему вопрос про автомобиль. Он тебя будет учить. Он учить любит, а ты терпи. Ты не... Ну, не сопротивляйся ты, ладно, Костя? Ну вот. Хорошо, попробую. Ладно. Ой, что? Красавец ты какой! Ну, Боже. Юра, Юрочка! Ну что, ну не, не, не тарахти, не тарахти. Что? Да, Мерседес, говорят, на любом топливе работает. И почему же? Дизель там стоит. Кто это тебе сказал? Водитель. Да. Ну, я это приравниваю. Вроде как он из больницы Кащенко. Псих он. Почему же? Потому. Дизель на дизельном топливе работает, а Мерседес на бензине ходит. Я вот с одним Мерседесом у ВДНХ стоял. Спрашиваю. Что, вы всюду заправляетесь? А он говорит, хрена всюду. Он говорит, тут на улице Красина. Он на бензине 93-м катается. Вот тут я, да. Ах, Юра, Юрочка. Так. Да. А ты в аварию попадал? О, да, а как же. Однажды разогорелся. Ну. Пальтом машину тушил. Он машину спас. И ценный агрегат. А потом 3 месяца... Ходил, чтобы мне пальто-то оплатили. Да. Слушай, постой. А ты что мне в зубы заговариваешь, а? Ты вот мне скажи, почему большой заведующему лаборатории лыжи не уступил, а? А ты откуда знаешь? Ну, что Танька мне сказала. Она мне все уши прорезала. Да. Он и хочет выступать, вот и выступает. Да, хочет, а без драчки хочешь прожить. Нет, брат, сегодня без драчки не проживешь. Это додуматься надо. Сам предлагает. Отмените, Михаил Николаевич, мое распредложение. Ваша заявочка, она лучше. И сам отдает, чудно. Да ладно, мелочиться-то. Не беднее. Да, правник нашелся. Вроде нас всех упрекает. Да, эгоистовый, а я государственный человек. Вы, мол, все склошничаете. От вас пыль как от самосвалов, а я чистое озеро. От этого чистого озера шагни 2 шага. Это чуть сразу в болоте. Тут тебе. Ну вот, и вся логика. Это верно. Да. Только этого шага можно и не делать. На то мозги даны. Ой, что это вы не туда заплели? Ну? Праведник без драчки, надо же. Болото, озеро. Да праведник самый драчливый человек и есть. Слушай. Слушай, дядя Юр, вот ты потому психуешь, что тебе кажется, что он нас упрекает, а он никого не упрекает. Он не упрекает. Тебе не нравится? Отойди, не мешай ему дело делать. А вот уж какое дело, это он сам лучше знает. Дает, значит, силу чувствует. Логика. Ой, да, Кость, логика в энциклопедии в каком томе будет? Буква Л. В 4-м. Да. В
То есть ты четвертый том читаешь? Да, ну ладно, придет, Паш, ну ладно, закрой. Ну ладно, давай, Диабет, ну садись, садись, садись. Четвертый все том, готово. Четвертый давай, том. Кость, садись. Будем обедать. Что? Давай. Погоди, давай, погоди, 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 погоди. Может, мы Витька дождемся, а? Нет. А? Он сегодня поздно придет. Как поздно? Поздно. Вот, кушай колбаску. А это? Ой. Что? Забыла. Ну, вот тут вот. Забыла. Забыла. А? О. Вот тебе дядя Юра. Ну. Витек прислал. Что смеешься? Вот. Это что же такое, а? Вот тут тебе и вся логика. Слушай. Скажи, как мужчина мужчине, за что сидел? Понимаете, Михаил Николаевич, настроение было такое, да все наплевать. Пил много. Однажды с пацанами взяли 16 кило провода, судили всех. Теперь интересно все стало, а поздно. За мной уже числится. Ладно, посмотрим. Ну, а если бы я тебе предложил постоянную работу? Условия подходящие. Михаил Николаевич, да я с вами готов на всех условиях работать. Заметано. Кира Николаевна, а? Разрешите обратиться к вам? Пожалуйста. Кира Николаевна, выручайте. Помогите нам, пожалуйста, заставить Михаила Николаевича сходить к инженерному богу. Кому? Ну, к секретарю партбюро, к проректору по научной части. Насчет заявки. Да я вам сейчас все объясню. Позвольте, пожалуйста, а? Разрешите взглянуть. О, вот эта статья тоже к делу пойдет. Ну как же, в ней как раз вопрос ставится, который завлаб разрешил. Угу. Ведь ее я могла эту статью дома напечатать. Могли, Кира Николаевна, но здесь лучше. Ой, слушай, Виктор, у тебя слишком много идей. И Толя мне про эту историю все уши прожужжал. Ну, Кира Николаевна, да. Но ведь он говорит все время, неэтично, неэтично. Это любимое словцо. Чересчур он интеллигентный. Чересчур понимает. Интеллигентный, это не так плохо. Побольше бы этого, меньше друг другу на ноги наступали. Да. Вот он тоже так говорит. Кто он? Да там один. Ну, а почему Михаил Николаевич считает, что это неэтично? Кира Николаевна, да потому что редуктор, который мы конструируем, моя выдумка. Ах, вот что, я слышала, слышала и об этом слышала. Значит, трудно тебе, дитя ты большое, дитя. Ой, Господи. Ну, почему дитя, Кира Николаевна? Да ну что это? Ну я с вами серьезно. Ну как? Извините. У меня все хорошо, а как у вас? У нас тоже хорошо. Испытания идут успешно. Прошли булыжник, бездорожье, стиральную доску. Осталось последние крутые подъемы. А что такое стиральная доска? Ну, стиральная доска – это когда берут бордюрные камни от тротуара и укладывают их параллельно. Получается такая ребристая дорога вроде стиральной доски. Вот трясет жуть. Действительно жуть. Да. Но именно так испытывается конструкция. Ну что ж, вот вам статья. Некоторых терминов я не знаю, поставила многоточие.
Ой, это нам позарез большое, вам спасибо. Да не за что. Просто вы все мне здесь очень нравитесь. Все ваше научное семейство. И вы знаете, ребята к вам прекрасно относятся. За семейство тоже спасибо, мне это вдвойне приятно слышать. Я ведь старый холостяк. Нет, вы не старый холостяк. Ну, да, значит, старый пень. Вы не старый пень. Да. А какой я пень? Вы не старый и не пень. Ну да, значит, старый воробей. Я думаю, что... Ну... Вот что, Михаил Николаевич. Сейчас мы с вами пойдем к проректору по научной части. То есть, вернее, пойдете вы, а я вас там подожду. Вера Николаевна. Что, не этично? Все знаю. Этично, очень даже этично. Я все знаю. Здесь, Андрюшка. Ой, ой, ой. Вы что, действительно так думаешь? Ну как же, конечно. Не умею я разговаривать, да и уж поздно мне характер свой ломать. Ну, конечно, я знаю, вы старый пень. Да нет, я еще не старый пень. Ах, не пень? Тогда пошли. За шагом ведет за собой от аккордов мелодии старой, чуть колышется бас голубой. Все как прежде, но только сидеет, паникает моя голова. Только голос дорожит и не смеет нанизать на корды слова. Ой, какая же я стала старая, а? Да. Да. И ты тоже, дядя Юр, старый? Ну, да. Да. Вот так сидим здесь, песни поем, а жизнь-то уходит. Ничего не уходит. Все остается. Женька, а ведь ты тоже изменилась. Ну, конечно. Раньше она была вольный казак, а теперь за всех отвечает. Костя, что-то руки стали зябнуть, а? Да нет у меня, нет. Да есть. Саша, кофточку по моде на груди со стрелочкой, пускай Юрок за мной походит, как лиса за белочкой. Ну, ладно, я пойду к себе лучше. Якша, ну что-то стало холодать, ну, понимаешь? Не пора ли вам подать, а? Да ну, Знаешь что, дядя Юр? Ну? У нас в Мотальном сделали такое кресло-автомат. Да. Вот как только сядешь, и просто сразу едешь к месту обрыва. Hello. О, yeah. Вот бы тебе такое кресло. Сел и в пивной. Вот я бабу нас не понимаю. Нет, совсем не понимаю. Это жестокий факт, но не реклама. Баба, понимаешь, она в тебя въестся и ест тебя изнутри, как бормашина. Знаешь что, Юра? Но. Ты вокруг меня круги не петляй. Все равно больше ты пить не будешь. Ну, не будешь. Бабы их понять не могут. Ишь ты какой. Фуапак не можете. Да. Вы все какие-то переменчивые. Ну. Ну да. Вам в дело вникнуть некогда. Ну, взять например, Женьку. Ну. Запугала большого окончательно. Ну это же. Ну где же логика? Том 4, Юр. Дядя. Ну. Женька, ну правда ты же сама говорила. Смелее, Витёк, дерзай. Говорила. 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 Угу. А теперь говоришь?
чтобы он за Флабу дорогу уступил. Ну да. Да? Да. Ну а где же логика? Не знаю. Угу. Надо делать так, как хорошо. Женька, ты же все совершенно запутала. Ничего, Тань, все распутается. Я им докажу, что наши не хуже ваших. Все равно будет, по-моему. Может быть, и будет по-твоему. А как ты узнаешь, правильно ты поступила или нет? Ну что? У тебя что, прибор такой есть, да? А? А я прикидываю. А? Кому будет хорошо, если я победю? Чего? Ну, если побежу. Ладно вам, ну, если моя победа, ну, кому будет хорошо? Вроде всем. Прикидываю себе. Действую спокойненько. И вся игра. Изобрел, Витек, изобрел. Ну, шагай дальше, он большего стоит. Когда человек один другому подарок делает, то неизвестно, кто кому подарок делает. У обоих душа с крыльями. Кость, а ты что, считаешь, что я не права? Кто тебя знает, может быть, и права. Почему тебя это не радует? Я же вижу. Взрослый ты очень. Ну, ладно, я пошел. С вами не сговоришься. Слушай, Костя, пойдем мы с тобой возьмем его в обход. Ему вот сейчас выпить никак нельзя давать. Может быть, мы его уговорим. Пойдем. Дальше будет легче. Пойдем, Кость, пойдем. Женька, что с тобой? Танька? Ты знаешь, мне кажется, Якушев перестает меня любить. Вот дура, с чего ты взяла? Он сказал, что я очень изменилась. Ну, еще неизвестно, как ты изменилась, а может, к лучшему. Нет. Нет, когда тетя Паша сказала, что она старая стала, он на меня посмотрел. Танька? Танька, во сколько лет морщины появляются? Женя, всех по-разному. Танька, я припоминаю, что он весь день на меня не так смотрел. Ну как? Я не знаю, как. Тань, тебя тетя Паша зовет. Костя, а я скоро буду совсем взрослая. Вижу. Почему ты грустный? А потому что какая-то девчонка, я знаю. А какая ты взрослая, не я не знаю. Нет, ты, наверное, не знаешь. Боишься? Ты не бойся. Я тебя не подведу. Знаешь, а ведь это ты боишься. Чего боюсь? Я ничего не боюсь. Боишься, что вот я проснусь однажды, а девчонки нет. А вместо нее старая баба. Так? Пойди сюда. Нет. Почему? Мне подумать надо. Ну, подумай, подумай. Ой, дядя Юра на всех обиделся и лег спать. Ну как? А никак. Опять выкрутился. Я пойду. Ты куда?
Тетя Паша, я домой пойду. Мне позвонить должны. А, ну иди. Счастливого пути. Угу. Да. Большого мне жалко. Какой сегодня день тяжелый. Уже нет ждать и догонять. Еще хуже, когда ждать и догонять нечего. Ой, глупа ты еще, мать моя. Кость, дай мне гитару. Тихо капает вода, кап, кап. Намокают провода, кап, кап. За окном моим беда, завывают провода. За окном моим беда, кап. За окном моим беда, завывают провода. За окном моим беда, кап, кап. Капли бьются о стекло, кап, кап. Все стекло заволокло, кап, кап. Тихо-тихо утекло, счастье моего тепло. Тихо-тихо утекло, кап-кап. Тихо-тихо утекло, счастье моего тепло. Тихо-тихо утекло, кап-кап. День проходит без следа, кап, кап. Ночь проходит не беда, кап, кап. Между пальцами года просочились вот беда. Между пальцами года, кап. Между пальцами года просочились вот беда. Между пальцами года, кап, кап. А ты чего притихла? Что ты же? Могу я больше говорить? Мне помолчать хочется. Не тронь ты ее, Кость. Господи, что у них там творится? Хоть бы позвонил кто-нибудь. Ну как? Все хорошо. Все хорошо, Кира Николаевна. А подробнее? Обещал быстро рассмотреть и дать отзыв. Дайте закурить. Все хорошо. Я даже не ожидал.
могу, перекурил. Расспрашивал о моих научных планах. Удивительный человек. Инженерный бог, все может. Мне кажется, для вашего будущего это очень хорошо. Странное слово вы сказали. Да, какое? Будущее. Но вы что, считаете, что оно у меня есть? Да будет вам, что вы говорите. Будущего нет, только у покойника. Вы удивительная женщина. А я-то думал, что у меня только прошлое. Я знаю, где я сломался. Когда ушел из группы Заболоцкого, они жили только будущим, а я хотел настоящего. Вот 5 лет я работаю заведующим лабораторией, и только сейчас понял, что жил прошлым, а не настоящим. Да, а вы говорите будущее. Вы удивительная женщина. Вы знаете, когда вы шли в лабораторию, я сразу стал хорохориться. Вы знаете, как отличить удивительную женщину от неудивительной? Ну как? Перед удивительной женщиной всегда хочется хорохориться, распускать хвост. Правда, правда. Вот вы вошли, я сразу почувствовал, что вошел друг. На вас просто написано «друг». Вы можете ничего не говорить, только присутствовать. Да будет вам, мне просто неловко, ну, чего вы меня так хвалите? Ой, вы есть хотите? Нет, а вы? Очень хочу, только буфет закрыт. Скажите, вы наш друг? Мне кажется, друг. Будущее. Вы знаете, я... Кажется, придумал, что мне делать со своим изобретением, а, кстати, и со своим будущим. Кира Николаевна, окажите мне услугу. Давайте пойдем в лабораторию. Я что-то придумал. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, дядя Егор. Седой, давай, седой. Здравствуйте. Ну, дядя Юр, собирайся. Куда? Как куда? Назначение получать. А это при чем? Ты же сказал, поедешь со мной работать, если недалеко. А куда же вас назначают? На 72-ю параллель. А где же это такая? А это рядом, 71-й. Да ну. А вы к Тане пришли? Нет, почему? Да, к Тане. Вы правду сказали, это мне нравится. Женя. Что? Ты опять не в свое дело встреваешь. Почему же не в свое? А может, у Таньки министр иностранных дел, откуда ты знаешь? Ну? Не слушайте вы их, пожалуйста. Ну. С ним просто с ума сойдешь. Уже сошел. Дядя Юр, пойдем. А? Куда это? Пойдем, мне нужно тебе сказать. Пойдем. Постой, дело. Постой, постой. Ну, идем, идем, идем. Таня придет? Обещал прийти. Послушайте, я вам хочу сказать. Ну? Послушайте, я вам честно скажу. Я не знаю, как я к вам отношусь. Ну и что из этого? Я очень люблю Таньку и Большого. Вы же ничего не знаете. С Танькой мы вместе еще в школе учились.
Большой нас за людей не считал. Мы были для него две козявки. Потом Таньке пристали на улице, а Большой увидел. Он подошел, схватил главного типа за горло и говорит: скажи своим, пусть отойдут, а то голову расшибу. Вот он тогда впервые Таньку заметил. А она? Нет. Она его не полюбила. Мы все его очень любим. Только это совсем другое дело. Да. Мне очень жалко их обоих. И мне? Честно? Честно. Мать, с ним надо бережно, с Большим. Он же у нас станет, как младший братишка. Так тоже бывает. Только вот он вырастет, тогда все узнают, кто он есть. Понял? Что вы поняли? Уезжать не хочется. Седой, так это же на севере. Что на севере? Да твоя 72-я параллель. Ну и что? Как что? Ну, ты, думаю, я не поеду, нет. Ты что, шутки шутишь, да? Я тебе сказал, что дальше Мытища никуда не поеду. Ну, а Мытища-то где? Где? На юге, что ли? Тоже на севере, по Ярославской дороге. Не, не поеду. Ну, а зря. Интересное дело заваривается. Комбинат будем строить никелевый, а рядом город. Слушай, не поеду. Не. Они тут без меня ведь пропадут. Кто? Ну, квартира кто? Танька бежит. Жень, меня никто не спрашивал? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Таня. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор звонил. Ну что? Ничего, они сейчас там ждут звонка с полигона. А больше ничего не говорил? Нет, он сказал. Говорит, если придет Седой, то передайте ему от меня большое спасибо. А за что спасибо не сказал? Скажите, пожалуйста, за что это вам спасибо-то? Да я не знаю. Ну, давайте будем прощаться, граждане. Завтра я уезжаю. Отличный я месяц прожил. Может быть, останетесь, еще поживете, чтобы больно быстро уезжать. Ну, знаете, транзит, все транзитные через Москву едут и мимо. Вот когда раньше приезжал там, на совещание или за назначением, там музей, художественный театр, гостиница, я обратно в дорогу. А в этот раз заболел и как будто домой попал. Разом от всех болезней выздоровел. Вот. Ну, давайте будем прощаться. Спасибо вам за все. Начнем с краю. До свидания, Женя. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо вам доехать. До свидания. Дядя Юр. Ну, до свидания. Ну, вот я и говорю, что я в Мытище я с тобой поехал. Даже в Наро-Фоминск. Ну, а дальше тяжело. Таня, здесь вот телефон. Вы передайте, пожалуйста, Виктору. У меня есть друг в промышленном отделе МК. Я с ним разговаривал. Виктор знает насчет чего. Если у Виктора дело застрянет, пускай позвонит. Они потолкуют, как и что. Пожалуйста. Хорошо. Я передам. Ну, всего хорошего. Хороший человек. Я с ним пойду. А Большого мне жаль. Да, жалко. Дядя Юр, отчего так получается?
Что же этот телефон-то не звонит, а? Черт. О, проверь, а? Может, он не работает? Работает. Что ему сделалось? Сил нет никаких. Что, скисли? А то есть еще такой анекдот. Да надоело. Слушай, лучше наши анекдоты не придумаешь. Ты нам еще детские картинки покажи для настроения. Картинки это можно. Ты что? Смотрите. Ух ты, вот это роспись, вот а? Это, не додумался. Танкер, а? Чехов в одесском порту. Модерн? Вова, а у тебя что же, вся тело такая? В бане увидишь. Ну что, не мог позвонить, да? Я ж Надьку кормлю, мне же волноваться нельзя. Не... Ну все, пропал Дьяков. Теперь ему Лилька даст. Ну, выставка картинок закончим. Что вы здесь стоите? Проходите. Проходите, ну да, здравствуйте. Можно, я не понимаю. Совершенно не могу понять. Лиль, садись. Ты его не пили. Ладно? Ну что, мы телефонного звонка ждем. С полигона. С полигона, ну. Вторые сутки. Ну, скоро это вообще все кончится. Я же ребенка кормлю, мне же волноваться нельзя. Меня там вахтер не пускал. Ну, ясно, ясно. Только ты сиди и ничего не бойся. Перестань. Да. Ну, что будем делать, братцы, а? Ой, совершенно идиллическая картинка. И мы ж все в дураках. А уж большой-то... О, Господи. Весна, Лёля, это трудное время года. Она у слабого силы отбирает, а сильному дает. Весной больные болеют, здоровые любят. Действуешь по принципу, когда не знаешь, что говорить, говори странно, так? Вот, Лёль, никогда я тебе объяснить не умею. Но мне всегда кажется, что я прав. Ох, ну почему же тебе кажется, что ты прав, а не я? Ой-ой-ой, как тебя слушать скучно. Ой, это первый признак. Ты знаешь, иной раз с человеком разговариваешь, спорить хочется. Не согласен с ним, а слушаешь. А вот с тобой поговоришь, словно мыло стирального объелся. Да, молодцы твои друзья-то. Носишься ты с ними, носишься. Таньку он седою водит, а машину за флап. Король лир московский. Ты Женьку свою благодари. Лёля. Ну что? Не понимаю. Андрюш, дурачок он, что ли? Иванушка дурачок, во всех сказках победитель был. Ну, это тоже в сказках, Андрюш. Лёль, а ты в детстве пела марш летчиков? Это какой? Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, да? Да-да-да. Пела. В детстве я все пела. А вот я сейчас посмотрю, что вы запоете, когда за флабу дадут авторское свидетельство, а вы все в кювете. Сюда идут. Кто? Ой, это за мной. Я мимо вахтера проскочил-то. Ну, сказал, не бойся. Ваш! Здравствуйте! Здравствуйте. Проскочил, как ракета, понимаешь? Сейчас. Да? Вот. Расплакал, понимаешь? На слезе меня вошла, понимаешь? Нехорошо, девушка, нехорошо это. Михаил Михайлович. Василий Встрач, тут люди все свои. Ты не волнуйся, я пропуск выпишу. Да? Да. Ну, спасибо, Михаил Михайлович. Ладно. Да, ну что будем делать-то, а? Звонка все нет и нет, явно что-то случилось. Михаил Дайте-ка авторучку. Андрюша, давай подписывай. Михаил.
Михаил Николаевич, так это же ваша заявка на изобретение. Ну и что? Все работали, все и подпишемся. Михаил Николаевич, так нельзя. Нет, мы не будем. Это ваша идея. Сухари вы, да сухари, деревянные люди. Вы же не понимаете, это же красиво. Да не шумит, Атонович. Лиля, скажите своему мужу, чтобы не валял дурака и подписывал. Лиль, ну давайте, вы же умный человек, в конце концов. А? Андрюш. Давай, ты только без этого, без аристократизма. Пиши Дьяков и все. Давай. Вот так. Лёль. Так. Баныкин. А Баныкин. Я здесь. А давай, давай. Нехорошо это. Нет, все хорошо. Mm-hmm. Ты сам говорил, дающий сильнее берущего. Помолчи. Полечь. А? Давай. Ну да. Ну да. Мам. Ничего, все педагогично. Давай. Давай, давай. Так вот. Токарев. Я Михаил Николаевич. Иди подписывай. Нет, я не буду. Слушай, ты брось это. Комплекс неполноценности. Тоже мне. Забудь раз и навсегда. Подписывай. Облы вы все, ни на грош поэзии. Вы же не представляете, что сейчас происходит. Документ. Первое дело. Ладно, все, товарищи, сегодня звонка, наверное, не будет. Завтра надеть всем белые рубашки. И всю работу начинаем заново. Ясно? А сейчас, Кира Николаевна, идемте дышать воздухом. Надоели они мне все, все эти Андрюши, Толичи, Бобы. Большие. Большие. Вы тоже люди, в конце концов. Конечно. Идемте, правильно? Лиля. Михаил Николаевич, вот я говорю, что нужно женщине для счастья? Великий писатель О. Генри сказал... Немножко разнообразия, немножко скандала, немножко слез. Немножко полета, а, немножко романтики и Испании. Правильно, правильно. Идемте первым. До свидания. Да. 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 А чего, 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 чего? Не сближение на идейных основаниях. Ну, да. Да, конечно. Да, мужик-то романтик, оказывается. Да они все такие чокнутые. Им скажешь Испании, у них подбородки трясутся. Побольше бы таких, как наш Зеф Лап. Был бы я не Вова, а товарищ Токарев. Что? Ну что там? Ну да. Что? Ну говори! Машину большого нашу тащит. Груженую. Ну, братцы. Жень. Как? Я тебя жду. Ну как? Ох, втравили вы меня в это дело. Почему скучно? Говори, лопнула вся затея? Ну почему лопнул? Все нормально. Так. Значит, наша взяла. Да что-то я сам не знаю.
говори прямо. Победа или нет? Победа-то победа. Вот только потери не чересчур ли большие. Ну-ка. Ну, машина получилась, это факт. Правда, у нее скорость немножко поменьше, но в гору тащит просто зверь. Даже другой тянет. Ну, конечно, если предложение за влабы пойдет в ход, то наши машины обе накроются. Понятно. Но, с другой стороны, заведующий лабораторией всех нас вставил в свою заявку, как соавторов, всю лабораторию. Так что получается, что я вроде теперь изобретатель. Ну да, точно. Точно. Какого же ты черта, хандришь еще? Да. Слушай, говори-ка, что случилось? Лёлька сказала. Лёлька сказала. Ну, что еще твоя Лёлька сказала? Лёлька сказала, что пока ты ерундой занимаешься, показухой, сообразительные люди у тебя Танюшку уволят. А благодари за это свою подругу Женьку Якушеву. Жень, ты что? Пусти. Не пущу. Дай пройти. Не дам. Ну что ж ты не благодаришь меня, а? Ну тебе же Лёля велела меня благодарить. Спасибо большое тебе большое за привет, за ласку. Ты, ради бога, извини меня, что я хотела, чтобы ты изобретателем стал. Извини меня, пожалуйста, что хотела, чтобы Танька на тебя внимание обратила. Больше не буду. А остальные советы получишь у своей прекрасной Лёли. Пусти! Не пущу и не кричи на меня. Кто же на тебя кричит, а? Все равно не кричи. Знаю я, раз прекрасно, кто такая Лёля. А знаешь, почему их гадости повторяешь? Ну... Может быть, я полный болван, но я людей чую, ясно? А ну-ка, садись, говорить будем. Садись, я сказал. Ну вот. Жень, ты перестань, ну что это? Ну на, на. Жень. Ну я слышу, Нил. Слышу, большой, не слушай. Да ведь вы сами меня запутали с Танькой. Возитесь с ней. Нам ее жалко было. Веру она потеряла, скажите. Каждый может нарваться на подлость, на неудачу. Ну и что же? Большой, скажи, есть хорошие люди на свете? Есть. Вот ты хороший человек? Ха. Хороший. Ну каждый же человек должен думать про себя, что он хороший человек, а я... Хороший человек. Ну вот. Ну почему же я должна думать, что я одна такая на свете? Ну, ну случилась неудача. Ну, значит, я просто разминулась с хорошими людьми. Ну так-так. А потом я встречаю их. И это происходит, и все становится нормально. Ну правильно я говорю? Постой, Жень, как ты говоришь, повтори. Ну что, Женька, Женька. Очень требовательные все стали. Может, надо начинать с себя. Все, вот, все требует, чтобы ее уважали, уважали, а сама себя не уважает. Большой, ты меня уважаешь? Уважаю. И я тебя уважаю. Я вот еще маленькая была, тебя уважала. Какой-то пьяный разговор пошел. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Ну и что, что пьяный? Пусть, весна. Ты рабочий класс, и я, и тетя Паша, и дядя Юра. И главное, вот, главное, вот это помнить надо. Да какой ты рабочий класс? Ты Женька, а я Витек. А в голове у тебя, между прочим, гречневая каша, которая сама себя хвалит. Ладно, все. У нас своя гордость. А вы что тут торсите? А ну, марш по домам. Не пойду. Не ходи, большой. У нас свидание. Свидание.
Аня. Тогда у меня тоже свидание. Как сказал Зощенко, задние тоже хочет. Дай-ка прикурить. Не крутись-то, голове неудобно. Ох, весна! Такая весна, что просто сил никаких нет. Дай-ка. Не сиди ты смирно. Весна, соловьи поют, а мы дебаты развели. Какие соловьи в апреле? Все равно соловьи. Вон майские праздники скоро. Эх, черти вы, черти! Что вы со мной делаете? А ты с нами. Молчишь лучше.